Ну, конечно, усталость накопилась, в принципе, у всех команд, не только у нас. Но мы с этим активно боремся и также продолжаем интенсивные тренировки и также в фитнесе добавляем, потому что надо выдерживать тяжелые игры, и, возможно, там будут и не только 3 сета, 4 и 5, поэтому всегда надо выдерживать себя в форме. Но, в принципе, не могу сказать, что сильная усталость есть у команды. Мы всегда бодры, веселы, совершенно здоровы, поэтому я думаю, что все в порядке с нами. Делаем какие-то небольшие коррективы там, в дальнейших играх, которые будут уже с дальнейшим соперником. Поэтому мы уже готовимся психологически, физически к плей-оффу 100%. Это домашний матч последний сезона регулярного, поэтому мы хотим порадовать наших болельщиков хорошей игрой. Ну и также это для нас такая небольшая проверка перед плей-оффом, то есть как мы выдерживаем нагрузку. Сейчас мы тоже работаем, вот какой же это второй там день, завтра будет уже третий и четвертый, это будет день игры. Поэтому расписание тоже непростое, и поэтому если мы сможем выдержать эту нагрузку и отлично сыграть, то это будет вообще просто супер. Есть такая тенденция у игроков: одну игру ты можешь супер классно сыграть, другую, ну вот звезды сейчас не сошлись, там, не выспался, не знаю, бывает всякое, поэтому очень сложно как-то говорить, кто именно может выделиться в этом. Но я знаю, что у них есть хорошие принимающие, вот та же белорусская Татьяна Маркевич, которая уверенно держит прием. Если она будет играть в старте, то она может какие-то сделать проблемы в плане там подачи нашей, то есть нам надо держать, так сказать, упор на нашу подачу и на блок, поэтому против всех готовимся, и там уже будет видно. Мы знаем, что это команда, которая не будет отдавать просто так, будет бороться за каждое очко, за каждый мяч, поэтому надо выдержать свой уровень и постараться улучшить нашу игру на площадке. Дорогие болельщики, мы приглашаем вас на последний матч регулярного чемпионата и с большой любовью к вам.